постановлении, которое они мне зачитали, не было ни исходящего номера, не было ни печати, ни фирменных знаков. Обращаю внимание, что там в этом постановлении было написано «Меджлис крымско-татарского народа». 5-6 книг религиозных они изъяли. Затем они изъяли 6 процессоров полностью в комплекте. Изъяли жесткие диски с компьютеров. Произвели обыск в кабинете лидера нации Мустафы Джемилева. Навредить, чтобы Меджлис не смог работать, чтобы запугать наш народ, у вас в этом цель.